Здравствуйте, дорогие наши любимые зрители! Я знаю, что мы очень давно не виделись, но сегодняшнее видео будет настоящим подарком для вас. Скоро Пасха, а значит, Милли и Рут готовят творожную Пасху. И в этом году они попросили меня сделать ремейк. Мама, мы хотим опять готовить Пасху для всех зрителей твоего канала. Так что встречайте, Милли и Рут готовят Пасху 5 лет спустя. Милли, Рут и я. Ну, конечно, и Кася. Так, это наши ингредиенты, да? Ну, давай, расскажи, что у нас тут. 1 килограмм творога, 380 килограммов мороженых. Килограммов? Мам, подожди. Это бы ты опечаталась. 380 килограммов, граммов, а тут что? Почитай, пожалуйста. Граммов, конечно. Хорошо. 380 граммов мороженых ягод, 100 граммов сливочного масла комнатной температуры и 200 миллилитров сливок жирностью 35%, 2 яичек, 40 грамм белого шоколада, 200 грамм сахара. О, сахар не выложили. Так. Ой, забыли. Сейчас. И 140 грамм сушеной клюквы. Сушеной клюквы. Окей. Хорошо. Начинаем. Сперва сливки, яйцо и сахар смешать. На медленном огне довести до кипения, помешивая и проверять немного, пока смесь не начнет загустевать. Хорошо. Сливки. Так, и что там, 2 яйца туда же, да, Милюша? Ага. Так, и Рут. Окей. Научилась. Рут! Научилась. Простите. Давай, клади. А мне? Сейчас, секундочку. Замороженную ягоду мы ненадолго под холодную водичку помещаем, потому что иначе, когда мы начнем ее пробивать блендером, она у нас разлетится по всей квартире. Готова, потому что уже очень густое. Да, я думаю, что уже наш заварной крем, смотрите, какой он стал хороший, да? Из пакета смороженных ягодов я выбрала, клубники, потому что у ежевики слишком много семечек, и было бы невкусно. Вот. И что еще? Какие еще там ягоды у тебя? Там были... Клюква, по-моему, нет? Клюква, да. И это что? Черная смородина. Черная смородина. Ягоды надо перелить в сотейник и довести до кипения на медленном огне. Потом снять и добавить шоколад. Они уже кипят. Все, теперь снимай с огня. Кася! Иди шоколад класть. Окей, класть. Кась, ты умеешь считать пятерками? Да. Как? 5, 10, 20, 25. Нет, будет 5, 10, 15, 20. Окей, Кася, ломай их и клади. Вот так, раз, два, чтобы плитки. Вот так, раз, два. Да, Кася? Потому что 8 пятерок будет 40. Да, Кася? Да. Да. Мешай. Шоколад не видно. Его не видно, потому что он растаял. Масло готово. Пахнет как сырники, да? Да. Сырники — это вещь. Обожаю. Делаешь нам сырники, мама, потом? После Пасхи. Ладно. Такие вкусные, с мороженым. Перестань. Со сметаной. Со сметаной. А что, с мороженым нельзя? Как-то сырники с мороженым. Вкусно. Творог с маслом надо пробить блендером. А масло же очень твердое, надо, чтобы немножко он
растаял. Я положу его пока что в... Как называется, мама? В духовку. В духовку, правильно. Хлеб? Пусть пока тут и все. Ой, я его отвечала. Инцидент маленький, да? Двинься! Я двинулась! Ай! Руки не встань, руки не встань! Это не смешно, все. Она тоже хочет. Присоединить ее к процессу, она тоже хочет. Она чуть ли не заснула, но она поняла, что вы что-то делаете. Творога немножко много получилось. Мы добавляем еще белого шоколада. Белого шоколада много не бывает, правда, Кась? Нева. Мама, я обрезала. Это в том видео было. Да. А теперь все три части нашей Пасхи мы перемешаем вместе. Давай, клади рот. Да, я сейчас. Что ты делаешь? Держу. Клади. Выливай. Я смело. Шш, не ори. Медленно, смело, хорошо. Где? Тут желтая масса. Помоги ей, пожалуйста. Я пока мешаю. Сейчас. Надо так. Теперь аккуратно, это все равно очень тепло. Даже держи ручкой и клади. Вместе. Аккуратно. Вместе. Давай. Молодец, Кась. Теперь надо марлю слегка смочить водой и хорошо отжать. Марля где рут? Вуаля! Вуаля! Je suis comme le vent, voilà! Дальше. Марлю слегка смочить водой, хорошо отжать и застелить марлей в несколько слоев форму или дуршлаг. У нас форма или дуршлаг есть? Да. Но мы не стали складывать марлю в 2-3 раза, потому что у нас хорошая такая специальная ткань для изготовления домашнего сыра там, или пасхи. Да. Мне кажется, она достаточно плотная. Мы ее использовали в прошлом году. И в 2-3 раза ее складывать не надо. Но если у вас тоненькая марлечка, то, конечно, да, наверное, нужно тогда сложить несколько раз. Так, ну что, в этот раз сами будете переливать? Маме не будем доверять? Да, сами. Маме надо доверять. Я думаю, ты очень... Это на большую ложку. Облизывай. На большую ложку, да? Или? Мама, можно я крабок перелить? Да, хорошо. For no exact reason. Держи форму вот так. Держи. Сейчас. Обыми руками. У меня два руки. Я держу это. Пожалуйста, не урони. Ну, ровно держи. Ты не ровно, ты двигаешься. Я не двигаюсь. Сказала ровно, это не ровно. Ой! Пасха кривокосая. Потому что мама, я забыла. Гуся! Один белый, один серый. Другой серый. Другой белый гуся. А дальше я не помню. Не знаю, как дальше. Отпусти! Написано в рецепте, надо добавить клюкву прямо в массу, но я думаю, просто будем украшать, да, мам? А то так будет невкусно, чтобы если слишком много клюквы. Завязывай. Дай секунду. Моя колобок. Окей, два. Ой, ну рот. Стоп. Ладно, не ровно сделаю марлю. Держи. Я марлю не положила. Первая эти два, Кась. Вот так, сейчас вот так. Окей. Кася, отпусти эту. Отпусти ты. Да. Кася, я первую отпусти. Отпусти. Я первую деталь. Ладно, Кася? Да. Ты? Держи эту. Да. Пока что не даже. Держи эту. Эту. Мам, поможешь, ты думаешь? Или ты правильно делаешь? Уверена?
Я. Правильно все сделала. Угу. Накрываем тарелкой. Накрываем тарелкой. Еще и раз. Накрываем тарелкой. Теперь надо груз. Рут! Да! Груз неси! Несу, несу! Это не зверский вид у тебя. Мама, опять уже зверский. Первый камень аккуратно клади. Тарелок нам не надо еще битых. Рут, давай. Второй. Так, мы камень в фольгу заворачиваем, потому что он у нас вообще-то с улицы, с кладбища. Кладбище. Я надеюсь, вы там не на могиле брали? Не можем сказать, нет, это нет, секрет, не секрет. Не, ну вообще так символично как раз. Да, камень, да, с кладбища, очень даже хорошо. Смертью, смерть поправ, мы кладбищ не боимся. Мой камень, Рут, аккуратно клади. Шучу. Я шучу. Хорошо. Я шучу. Все, и несем. Сейчас, ничего не забыли. Хорошо, форму или пришлак поставить на миску, в которой будет стекать лишняя жидкость. Убрать конструкцию на 12 часов в холодильник. После аккуратно снять форму и марлю. Значит, увидим тебя через 12 часов. Одна Пасха готова. Ну вот, наша Пасха и закончилась. Она будет в холодильнике еще 12 часов. Увидим, как она получилась в субботу, когда мы тоже пойдем ее освещать в храм. И вы увидите, как она получилась на мамином инстаграме. А как у мамы инстаграм называется? Утренний кофе. Да. Христос воскресе!